Ах ты, ёбаный пиздюк. Я был вынужден, иначе бы мы попались. У меня есть оружие, глянь. Ты, блядь, меня бегать заставил. Ты наебал меня. Назад. Кто-нибудь ранен? Вы в порядке? Что тот придурок заставил меня взять... Знаешь, в чем твоя проблема? Нет? Что меня ничего не удивляет. Стой там, Даг. У меня ружье, не забыл? Эмили заслуживает твоей помощи. В том числе и меня. И я тогда подумала, почему ты вдруг стал интересоваться мной 2 месяца назад? Ты думал, Сара вернется домой? Может, я трахаюсь с тобой, чтобы отомстить? Вот без мозгов, Стивен. Я способна. Я выйду через этот люк с ружьем. Я выслежу эту тварь, а потом отстрелю ему башку нахуй.